Здравствуйте, меня зовут Нина Павловна, мне 70 лет, я из города Караганда, Казахстан. Хочу рассказать о том, как мне помогла наша южнокорейская соль, соль компании Nadion Global. В январе 2024 года меня прооперировали в гинекологии, через неделю выписали домой. У меня были такие боли адские, у меня были какие-то кровянистые выделения, появилось уплотнение. Я не могла ни сидеть, ни стоять, вот только лежа. По истечении какого-то времени меня опять повезли в больницу, потому что боли не проходили. Выписали мне там свечи, выписали мне там мазь, но ничего не помогало. Я просто уже не знала, что делать. И тогда моя дочь обратилась к профессору Паку. Это в компании Nadion Global в Южной Корее. И он сказал, пускай твоя мама берет пакетик этой соли, разводит ее на литр воды, спринцуется и потом делает аппликации. То есть марлю складывает в 4-5 слоев, круто разводит эту соль, прокладывает ее, ну, потом там пленкой, ну, вообще тканью. Я сначала, конечно, боялась, думаю, открытая рана, будет очень больно, будет дискомфортно. Но делать было нечего, потому что ну, терпеть эту боль я уже больше не могла. Это было невыносимо. В общем, я взяла вот этот пакет, развела ее на литр кипяченой охлажденной воды, распринцевалась, потом сделала аппликации, марлю сложила несколько слоев, прокладывала прокладки. Буквально день или два я вот это поделала, я чувствую, что мне легче стало, у меня ушла боль. Никаких резей, никаких боли от того, что я спринцевалась, у меня не было. И я решила сесть. Я, конечно, не села так вот полностью, а вот сначала на краешек. Вы знаете, и боли у меня не стало. Боль, я не почувствовала боль. И вот с тех пор я благодарна компании Nadion Global за то, что у них такая замечательная продукция, которая помогает нам в жизни. Спасибо вам большое. Всем рекомендую. Пользуйтесь.